Давай. Это Уэйд из центра Глик. Слышала, тебе нужна помощь. Сейчас ты узнаешь, на кого нарвался. Походу, пуля прошла мимо. Прикройте! Вообще ты. Ё-моё! Бери его! Блин, кто стреляет? Наблюдаю за дверью! Илай не пускает в бункер, кого попало. Нужно уйти либо живо. Прикрывайте! Поняла! Славный пес. Жаль, это не медведь. Хорошо, что мы спасли этих волков от эдемщиков. Теперь им ничто не грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тебе нужен медведь. Накорми чизбургера лососем, и он навеки твой. Я за пулемет! Ё-моё! Что это? Ёлки! Что за... Это наш шанс. Я в пушке! Ванда! Да! Я накормлю свинцом! Это Уэйд из центра Глик. Это Уэйд из центра Глик. Сектор... Хороший песик. Охотится? Все схвачено. Now!
уроды. Первым делом сектанты закрыли взлетом посадочный пункт, чтобы никто не сбежал.
Нарисованы на канадском четвертаке. Люблю хедшоты. Стрелой прямо в глаз. Мгновенная смерть. Хотя иногда хочется, чтобы надо немного пострадать. Славный пес. Только не дай ему нас выбить. Какой хороший мальчик. Чем кормишь? Эдемщиками не был. За дорогой. Остальное на мне. Хороший враг. Мертв.
святоши близко! Меня атакуют! Ку-ку, падлы, я вас вижу! Все, с меня хватит! Случилось, не тушуйся. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш у тебя с рук есть будет, вот увидишь. Линера, вот молодец. Смылся, пока не стало слишком поздно. Зажигалки. Моя сломалась. Барахло одно.
Босс! Амиго! Нет у тебя лишней херни, не будет и лишних проблем. Черт! Черт, 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 черт! Ну давай. Давай! Амигос! Это Хёрк! Амигос, это Хёрк. Это наш шанс. Красивый олень. Моя бабушка убила такого голыми руками. Что? Не то скажу, что ты мне угрожал. Ты тот безумный, который щекочет сектантам нервы, а? Цель у меня на мушке! Ты зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк-младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку.
Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь Луны. Да ладно тебе, не злись. Помоги моему дурачку с грузовиком. Слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталий или пенина, или... О-о-о! Дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе. Помоги вернуть папин грузовик. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак, чувак. И они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, тёлочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьмите меня к себе!» «Пойдём, говорят!» «И давай!» Так ты вступишь во врата Хёрка или нет? Только я жду от тебя пол. Олень – самая ценная добыча.
Вперед! Вижу врага. Будет весело! Я покажу им силу Винджа! Я пошла! Ты все делаешь правильно! Может, я посвящу тебя в свой замысел? Такой хороший мальчик. Чем кормишь? Эдемщиками, небось? Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос-бро, спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. Не шуми. Да, точно. Чувак! Очуметь, чувак! Это охрененно, бро! Я бы еще разок прокатился! Голышом! Так ты вступишь во врата Хёрка или нет? Я жду от тебя полной отдачи. Кого-то вижу. Похоже на то! Большой посмотри, раз. Там все не плохо! Не то, что мелкие тявкающие шапки. Хорошо. Супер, Амика! Так, пункт 5. Бежим, пока другие не пришли. Бабка будет в ярости, когда увидит дырки от пуль. Чувак, чувак, у нас беда! Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати. Блин, они не отвянут! Yeah.
Черт! Не знаю, сколько грузовик протянет! Упомянул 5 пунктов? Блин, я уверен, что что-то забыл. Блин, меня ранили! Ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Взгляните на это. Что? Два сапога пара. Что за дела? Я думал, ты будешь мной гордиться, папа. Я же помог отжать твой грузовик у сектантов. Ты доказал только то, что у тебя все через жопу. Взгляните на это. Обезьян, что ты имеешь в виду? Два сапога пара. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание... Ты получишь позже. Здорово, чувак! Слышь, тебе нужно затусить своим кузеном Акулой. Когда будешь о, в городе? Кого не я знаешь вижу? Его? Он просто мой красавчик. Новый ассистент. Да, он рос без родителей, поэтому я его воспитывал. Он мне типа... Я, блин, так старался, а он вообще молоток. Обожает пух. О, кого я вижу? Мой новый ассистент. Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы... Может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня. О них что угодно. В общем, махинации по-драбмански. Избавься от сраных сектантов, которые голосуют против меня. Они собираются на перекрестке у закусочной турбогриль. Шевелись! Thank you.
Эта дворняга умеет жрать либерастов?
пушкой или перебегать дорогу в оживленном месте. Кто тут хороший мальчик? Ты! Сучьи демщики берут всех в плен. Тут неподалеку живет Чет. Надо зайти и проверить, все ли у него в порядке. Не хватало только потерять одного из наших. Страшнее.
Нужна помощь! Не знаю, чем бы все кончилось, если б не ты. Никому не говори о Логане. Слава богу, у нас есть ополчение. Не узнать, где они столько всего сделали, особенно Уити. Поговорим? Раньше этого парня недооценили. Только что видел, как к дому Эллиота ехал отряд сектантов. Все вооружены до зубов. Тебе лучше вмешаться. Быстрей. Твоя помощь не помешает. Тебя переживают. Это моя тачка, отвали. Эй, тебе заняться больше нечем. Если медведь сам мясо. На старом аэродроме Лансдаун стоит самолет, но территорию патрулируют эдемщики. Может, нам стоит туда наведаться?
вижу с фланга. Элай везде развесил камеры, так что теперь ему и штаба всех видно. Эти волчищи меня до смерти пугают. Знаешь, как их называют? Рядом! Боже!
Спасибо, держи. Элай попросил одну природоведку придумать, что нам делать с судьями. Давненько о ней не слышно. Пойдем узнаем, как она. Иди!
Отличная работа в лагере рейнджеров. Для тебя есть одно испытание. Цели готовы. Рекорд по их уничтожению 30 секунд. Посмотрим, что ты можешь. Ни на секунду нельзя расслабляться. Только Илай сможет со всем этим справиться. Обращаться с этой штукой. Во, держи, заслужил. Эдемщики совсем охренели.